Привет! С вами снова я, Ольга Романова, Илья Ромашко, и мой канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Сейчас мы пришли в парк. Возле моего дома есть огромный чудесный парк. Это я очень люблю заниматься. Ну, не в плюс 50, как сейчас, а когда немножко похолодает. Плюс 35 уже хорошо, можно бегать, можно тренироваться. Но мы пришли в этот парк не поэтому. В этом парке я хочу вам показать просто космическую достопримечательность. Знаете, что это? Никогда не угадайте. Это туалет. Не надо смеяться. Туалет в этом парке просто космос. Не верите? Сейчас увидим. Да, это туалет. Сейчас смотрим, как здесь сюда зайти. Нажимаем английский. Оп. Фри, вакант. Ох, заходим. Сейчас вот показываю вам. Ох, туалетик. Представляете, какой? Просто очень круто. Сейчас двери нас закроют. Нас закрыли. И, честно говоря, так страшновато уже. Вот, показываю, значит, время. Мы здесь можем наслаждаться 15 минут. Но вообще прилично. Далее здесь, если вам нужно перенать ребеночка, есть специальная подставочка, как в аэропорту. Помыть руки. Помыть руки, как оно работает. А? Тан-тан. Так, что-то непонятно, где тут с руками что. Ой, а, это мыло. А вообще, да, смыть мне где? А, все, и смывает. Ну, нормально работает. Все. Вот зеркальце прекрасное. Водичка все еще течет. И вот здесь кнопочки у нас. Что они значат? Кнопочки. Так, вот, ладно, покажем унитазик. Водичка все еще течет. Хватит, я уже помыла. Вот. А, значит, здесь, я так понимаю, корзиночка для мусора. Напоминаю, да, как в самолете. О, боже мой, теперь сушилка работает. Класс такой. Это сушить. Да, действительно сушит. Ух ты! Так, ну туалет. Давайте представим, мы в туалет сходили. Сходили мы. А что же здесь делать? Будем жать кнопочки? Пишите в комментах, что бы вы сделали. Ага, это кнопочка. А, все, работает. Вот, мы нашли кнопочку, угадали. Молодцы. А вот это что? Еще стыкнем. Непонятно что. Надеюсь, сейчас на меня не польется никакая вода. Телефон жалко. Что-то начало пикать. Это, я так понимаю, вот красная кнопочка, если я застряла, да? Вот, я думаю, что я застряла, я вызываю кого-то. Вот, какое-то гудение началось. Вот, потолок в туалете примерно метра два. Да, наверное, два. Вот рукой я почти могу достать его. Ну, а за две минуты мы справились. Вообще, мы с вами просто молодцы. Теперь попробуем выйти. А как выйти? Выйти из туалета. А, open. Нажимаем open. Будем молиться, чтобы нас выпустили. Ой, боже мой, что-то опять сливаться начало. Что ж такое? Дверь открылась, слился унитаз, и меня наконец-то выпустили. Фух, выходим, выходим. Надеюсь, вам понравилось. Ну как, понравился туалет? Вообще просто, очень здорово. И такие много таких туалетов, расположенные по всему городу Эляйну. Много, просто космос. В общем, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. И, кстати, парк еще не открыт. Мы пришли сюда тихонечко. Люди здесь также тихонечко ходят. Вы видите, что он не освещен. Бассейны открыты, залы открыты, парки пока нет. Возможно, дело в том, что очень часто много семей любят приходить, собираться, сидеть, кушать здесь. Дети играются в толпе. Возможно, из-за этого парки еще не открыты. Ну, будем ждать и верить в лучшего. Всего вам доброго!